Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами. И в этой серии я очень долго стрелял в дракона, который тут есть. Так, мама, где у нас звук? А, все, звук есть. Итак, стрелял в дракона, он пикировал туда и обратно, и в итоге я его покорил. Да, это было на самом деле сложновато, потому что мне ушло очень много стрел. Просто большое количество стрел. Вот, и, ну, все же я справился в конечном итоге. И нам дали, ну, достаточно душ, очень много. Вот какой-то щит даже тут есть, смотрите-ка. Давайте посмотрим. Ой, зачем-ка... Так, что этот щит делает? Ага. Ну, давайте вот этот оденем. Блин, я же его одел. И посмотрим... Ну, вот этот 65 плюс 11, а этот, что получается, больше для ловкости, да? То есть даже минус 59. Ну, ладно, бог с ним, с этим щитом, который мы подобрали. И мы идем дальше, но мы убили одного из маленьких дракончиков, ну, то есть из тех, которые были на той поляне. И нам можно, в принципе, вернуться назад, собрать лут, который там валяется. Также тут у нас есть вон еще один проход. И, конечно же, торговец, которого мы видели внизу. Попробуем у него купить стрелы, если у него, конечно, они есть в наличии. Ну, почему-то я боюсь, что у него их нет. Но они нам очень нужны. Сейчас проверим, есть ли у него стрелы. Почему-то звуков, когда мы перекатываемся, да... Что-то не слышно, да? То ли у нас кольцо стоит такое, то ли что. Да нет, нифига, самосохранение кольцо стоит. Нет, вроде звуки есть, просто мы очень бесшумно то ли бежим, ну непонятно что. Ладно, мы идем... Так, не туда мы идем. Нам нужно в эту сторону идти. В этой стороне мы сейчас с вами найдем... Тут почему-то слышно... Прекрасно слышно собак. Очень хорошо и отчетливо. Но... Я их тут не вижу. То есть мы тут всех побили. И поговорим с торговцем. Так, а что он вообще может поговорить? Будь ты, хоть рыцарь, хоть ленный раб, демоны вырвут твою душу, и ты потеряешь разум. И те, кто дрожит своей гуманностью, станут добычей. Это конец великой болитарии, которую мы знаем. Но черт демона, хоть бы не посылает нас на смерть в бою. Демон не посылает в бой. Так, что у него тут? Длинный меч, копье, клеймор. Болт. Тут у него, собственно, вот такие вещи. Ну, давайте купим деревянный болт. Я не знаю, насколько можно купить. Ну, купим штук 80, да, наверное. Ну и броня, которая... Hold it, friend. Мне не понравилось. Так, ну и пойдемте дальше. И почему-то я слышал собак. Вот где-то вот тут. Нет, я думал, можно как-то пробить стену. Собаки-то не просто так, да, наверное? Их ведь слышно. Вот, вот тут. Очень хорошо слышно собак. Прям слышно. Вероятно, там нас ждет туман, да? Нет, нифига не туман. Ладно, бог с ним. Мы пойдем к тому дракону, которого мы видели. Там мы попытаемся... ну, как бы нам бы... Желательно, конечно, в Нексус попасть, потратить души.
Вот. Ну и, в принципе, к дракону можно пойти. Это кто ходит? А, там ходит рыцарь, которого мы освободили. Ну, помните того, которого... Золотой рыцарь снова, так сказать. Ладно, мы идем. Блин, я не знаю, что лучше сделать, прокачаться или... Блин, сложно сказать, что лучше сделать. Потому что мы можем и вернуться в Nexus, прокачаться и выложить ненужное. Можем попробовать. Собрать шмотки. Ну, жадность Фрая разгубила. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы вернемся в Nexus. И соберем, ну, положим душ, которые там торговцы у нас есть. Да, в Nexus. Дужик. То есть мы молодцы. И потом мы пойдем за тем, что дракон нам... Так. Ну, то, что там дракон охраняет. Вот жизненную силу повысить. Еще раз повысить. У нас должно быть... Ну и, конечно же, силу повысим. Ну, еще бы я повысил выносливость. Подождите, мы еще можем? Нет? Уже не можем прокачать? Ну что, неплохо. Так, ну что, давай. Так, взять предмет. Возьмем арбалет, который мы тут положили. Кстати, это что, броня, что ли? Или что? Интересно. Я не понял. Мы же взять предмет, да? Это что, у нас вот получается сейчас? Или как? Так у нас другой, да, по-моему? Ух ты, кольцо сопротивления ранениям повышает устойчивость к кровотечениям. Теряется духа, увеличит макс переносимость предметов. В принципе, я взял все, что хотел. Так, я хочу вот отдать на крылатое копье. Композитный длинный лук у нас есть. И арбалетный лук, и деревянная палочка. Что за деревянная палочка? Волшебная палочка. Ладно. Щит тоже сложим. Так, теперь сложим душа демона авангарда. Ну, одну, конечно же, у нас же одна душа. Красного летающего демона, душа фаланга. Ну, и, в принципе, тут такие, знаете, обычные души. Так, осколки. Бастард. И хочу взять предмет, у нас где-то был щит. А, то есть это то, что у нас на хранении, это вид того, что у нас лежит вот у мужика. Пурпурный возьмем щит. Не знаю, сможем ли мы его сейчас носить. По-моему, сможем, да? Это который вот большой. О, да. Мощь. Ну, конечно, особо с ним не побегаешь. Давайте как-нибудь настроим его на... О, так, щит парус, да? И вот тут посмотрим их вообще характеристики этих щитов. Так, характеристики. Вот они. У нас щиты эти. Так, ну что, этот 80 плюс 15... Блок 60% выдерживает. Вес, правда, тяжелый, к сожалению. Ну, блин, 1500 душ. Что, надо что-то потратить на это, да? А что, не бегает?
Я вот это не понял. Почему мы не можем... Так, что у нас? А, экипировка у нас, короче. Пере... Очень много всего. Кольцо титана. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Очень много травы. Камушков. А, так. Ну, камни тяжелые в основном, да? Можно камни сдать. Можно, кстати, прокачать один из... Ну, вот нашего, наш меч. Так, давай улучшить оружие. Бастард. Ага, у нас нифига не хватает камня даже этого. Так, давайте с этим поговорим. Сложим ему все камни, которые у нас есть, в принципе, не нужны особо. Осколок руды, зеленые руды. Очень много всего. Композитный лук. Так, ну давайте вот этот болт положим. Так, что еще можно у нас? Что еще занимает место, да? Душ вроде не занимает. Так, все равно мы как-то даже двигаться не можем. У нас перевес с этим щитом дурацким. Поэтому давайте его оставим. Положить предмет на хранение. В целом пока положим этот чит, который мы подобрали. Где он тут, кстати? Блин, его надо сперва снять. Давай, надо сперва его, короче, снять. А потом уже ложить. Вот. Хотя подождите, почему мы вот сейчас можем бегать, да, спокойно? А когда мы, допустим, два несем, то не можем. Или мы только с этим щитом, да? Нет, мы с ним не очень-то можем двигаться. Понятно, почему. Все, разобрался. Тоже его сбросим. Положить предмет. Где это? Где это, где это, где это? Вот это, да, наверное, щит положим. Так, и я хотел, чтобы у нас... Вот у нас как бы души есть, да? Сейчас поставим души неизвестного... Вот, неизвестного героя. Почему нет, да? Сейчас... По 400, да? Хватит ли? Или не хватит? Мне кажется, хватит на еще улучшалку одну. Блин, 200. Сейчас, сейчас, друзья. Не хватает немножко. Давай же. Так. Сейчас еще. Душа пополняет запас душ. Ух ты, ну ты чёшь, ну это много, это слишком много, блин. Ну ладно, что ж, силу можем качнуть жизнь. Ну жизнь, давайте качнем, пусть будет больше. Да, все, все, все хорошо. Так, теперь мы идем в дворец Болитари. Там пойдем с драконом, соберем с него все остатки, и там должна открыться дверка, которая была заперта, потому что, ну, мир как бы темный, что ли, или он, наверное, до сих пор темный, да? Хотя нет, подождите, очень сильно светится. Ладно, пофиг, побежали. Ах ты, гад. Уроды, конечно, не нападают все разом, то есть им плевать на то, что мы вот такой вот благодетель.
Че, уроды? Получил. Так, как бы нам теперь побыстрее-то пройти, да? Вот так. Че, давай? Вот так. Да, детка. Получил. А еще один где? Я не помню, как легче дойти. Я думаю, что вот легче вот отсюда дойти. Но там нам будут мешать эти хернюшки, которые стреляют жижи. А точнее, сами жижи. Так что попробуем тут пройтись. Конечно, будет, ну, не очень приятно с этими жижами, конечно же. Точнее, вообще неприятно. Ну, можно сзади вот так любить. Твердый камень, заточник падает, тоже хорошо. Поэтому идем дальше. Ого, интересно, да? Зомбаритом, да? Вот так вот, дабл кейл. Ну что ж, идем дальше. Ух ты. Ух ты, гад. Покойник. Тут там еще что ли наверху? Да, они что-то быстро вообще ложатся, как мухи. Там еще кто-то ждет, да, нас? Получил? Идем. На. Хороший меч. Мне нравится. Он большой и ловко рубит их. Засранцев. Ну, игра, конечно, страшная немножко. Блин, сколько их тут, да? Ну, зато их просто убивать. Я так думаю. По крайней мере, я так думаю. Ну чё? Раз. Два. Ну чё? Ты герой, что ли, у нас? Ух ты, а с топором-то потяжелее будет. Ну чё, урод, давай. В этой игре главное понять, как и что делать. Понятно все с вами, ребята. Вы молодцы. Красавцы. Мне интересно, открылся ли проход. Тут должен быть проход еще один.
где-то с решеткой, это ты видел. Где-то видел прям, слушайте. Либо это... А, это скорее всего в начале было, да? Я, видимо, не сюда побежал. Либо в начале самом. Самом-самом начале. Либо тут. Ну, я боюсь, что это в начале было. Ладно, хорошо. Умри. Так, пойдемте лутать труп. Дракона, чей хвост будет нам мешать, конечно же. Но у нас есть, в принципе, щит. У нас много выносливости. Лишь бы не попасться. Ё-моё. Отлично. То есть он прям вот так вот машет. Раз машок. Два машок. Раз машок. Два машок. Что-то подобрали. Давайте посмотрим, что мы подобрали. Так, сейчас посмотрим, друзья. Что-то такое прям вау интересное. Кольцо сопротивления огню. О, это интересно. Это правда круто. А вот как до тут добраться, да? Вот раз машок, два машок. Раз машок. Ах! Так мы не подобрали, что там. Собака, а? Вот черт. Сраный дракон. Ну, это следовало ожидать. Мы, конечно, были слабы и потеряли души. 1500. Черт, туда еще вернуться можно. Такс. Решетка-то вот тут. Не так далеко. Ларчик-то. Ах ты, гад. Раз, два. У нас, наверное, она не откроется, да? Это ларчик. Да, он закрыт, потому что мы не справились, не справились. Ох ты. Ребята, вы что? Что вы тут делаете? Так, ну я думаю, нужно валить дальше, там, где дракон. Черт возьми, что-то я вообще сейчас такой трюк провернул. Я аж интересно стал, как я так сделал. Ну ладно, пойдемте. Раз. Че, ублюдки, пойдемте на честный бой. Раз. Два. Ну, ты тоже можешь пойти к нам. Раз. Все, отличненько. Че, бежим? Бежим, 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 бежим. Жалко, потеряли души. Очень жалко. По-моему, мир, да, стал темнее. Да нет. Все нормально с миром. А, сейчас эту жижу проходить. Так не хочется, ей-богу. И там ведь на мосту еще все-все-все остались. Ладно, с этой жижей я понял, как бороться.
Надо заходить со спины ее. И мочить уже. Да-да, Жижа. К тебе обращаюсь. Так, ну пойдемте дальше, что. Очень удобно ее вот тут мочить вот так. Да-да-да, Жижа. Я тебя все равно настигну. 42 дают жижи. Неплохо. Вроде жижа, а дают 42. Ну, еще. Отлично. Жижа. А, черт, я использовал траву дорогую. Ну ладно, пойдемте. Там где-то должен быть босс, я так знаю. Такой, ну, не то что лютый, но босс серьезный, так скажем. А, слушай, тут с горейки вон. Лучники также ходят. На мосту стоят лучники. Конечно, их стоит убить. Вот. Ого. Он спарировал, да? Нифигово. Идите сюда. А, монстры-то стали сильнее. Я понял. Да ты засранец. Умри. В честном бою. Так, вот дальше там дофига всех. Ну ладно, пойдемте. Нам нечего терять. Ну, вообще дальше, дальше надо. Упс. Сейчас чуть не пошел к собакам, которые я вообще не хотел ходить. Так, 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 так. Ого. О, дубль. Ах! Вот это плохо было сейчас определенно. Да, слушайте, их там дофига. Как с драконом было хорошо. С драконом можно было прокачиваться, кстати. Таким образом. Ой. Вот так вот, ребята. Второго полумесяца. Спасибо. Спасибо. Что-то там подобрали. Стилит, что ли? Так, ну что, идем дальше. Идем дальше. Вот так. Какой-то должен быть босс, и там, как мне сказали, нужно бежать прям к нему, что ли. Напротив, залезать куда-то там. Вон там, скорее всего, да? Идем дальше.
Вот уроды, а. Не засранцы ли, а? Так, чуть выше надо взять и попробовать их сбить. Он все равно летит мимо как-то. Этих двух засранцев. Пофигу. Идем так. Аж два рыцаря. Мать их. Съебите от нас. Ну чё, блядь, иди сюда. Ого. Вот уроды. Демоны, а? Два дерьма демона. Идите сюда. Иди сюда. Черт ты. Вот урод, а. Пришел твой летный час. Так. Там лучник меня бесил. Который? Да-да-да, ребята, я вас вижу. Собака, ты иди сюда. На. Так. Ну ладно, что ж. Сейчас будет босс, большой босс. Очень огромный босс. Траву мы поменяем на всякий случай. Огромедный босс. Ну, ничего себе. Опачки. О, блядь. Свободу попугаем. Ух. Так. Как мне сказали, надо просто расстреливать их. Все будет отлично. Все. Так, а теперь можно, насколько мне известно, просто. Расстреливать самого босса.
Только откуда, непонятно пока что. Трава луны. Да, рыцарь башни, конечно, ловкий парень. Ну, ладно, что ж. Давайте найдем место для обстрела. А я не могу отсюда стрелять. Может, чуть повыше? Ага. Хер там был. Где-то можно стрелять по-любому по нему. Он так просто не проходится. Может, отсюда? Ух ты, блядь. Ушлепки, которые вот там стреляют по нам. Из луков, уроды. Потому что они... Хило так шмаляет. Ну, то есть попадает по нам. Ну, рыцарь, конечно, жуткий тип. В принципе, этих сейчас вот так вот порешим с вами. А что, мы можем вот сюда, наверное, встать, да? Чуть-чуть поближе. Сейчас чуть поближе станем. Так, он по нам не достает, а вот так я... Я по нему тоже не достаю. Или я просто не попадаю, да? Скорее всего. Сейчас он кинет. Очень он ходит. Да ё-моё, он постоянно в движении. А, так он не в движении, я просто стрелой не попадаю. Ну давай. Или стрела не долетает, или я косой. О! В пах попадает, хорошо. Да, между ног отлично попадает таки. Ну, на войне все средства хороши. Я вообще не буду даже как-то сопротивляться. Потому что я по нему попадаю. Это как с дракона, в принципе. Только у нас тут не так много стрел. И мы сможем лишь не все истратить на него. Ну, дракона я дольше бил, однако. Чем... Жалко, стрел у нас не так много осталось. Большой щит какой, да? Красивый просто босс. Красивейший. И у нас осталось не так много... Так ты... О, даже попали. Ничего себе, он по нам влупил, попал. Так, теперь что делать? Стрел нету. Стрелы кончились. Ну, осталось что-то там, стрелы, да? Свободу попугаем. Тебе, блядь, не видно, рыцарь. Вот. Эх, я промазал стрелой. Точнее, у меня нет возможности... Ох ты, вот это хорошо пошло. 59 аж. О, тоже хорошо, очень хорошо стреляем. Как интересно с ним просто так драться, да? Он ведь вообще лютый, поди. Вот так, попал по нам за сторонец. Так, у меня остался арбалет, да, по-моему, там где-то лежал.
хер знает, как арбалетом. О! Неплохо, слушайте, в голову так он стреляет. Но он неправильно стоит вот тут. Я даже попасть не могу. Вот тут можем, могу, наверное, да? Нихера себе. Тут у нас что? Трава. Я его даже не наношу им ничего. Он меня только лупит и лупит. Ну давай. Да. Блин, херово. Стрелы бы где-нибудь найти. А подождите, я вроде нанес. Ну да как нанес? Так, по-моему, один раз попал, да? Да, блин, с этим луком хер что сделаешь. Можешь кидать в него эти. О! Тоже дело, слушайте. Так не всегда попадает, да? О! Пошел процесс. Конечно, мало у нас всего. Но очень мало. Стрел особенно, блин. Я даже не знаю, по 10 это вообще. Хотя я как-то арбалетом же попадал, да, ведь? Наносил нормально. Опачки. Я, похоже, видел лучника. Где-то тут. Да, отлично. Надо просто ловить момент, когда он кидается. Или нет, или чуть. Я боюсь, что сейчас порешит он нас. Я даже не попадаю. О! Слушайте, отлично. Я не знаю, как попал, но случайным образом. О! В редких случаях попадает, то есть надо выждать момент. Именно момент. Вот. Но он иногда попадает по нам. Но это ни о чем. Тут мы не попадем. Он движется, это плохо. Надо, чтобы он стоял.
Вот, допустим, как тут. Да, сложно. Очень сложно, он движется. Сложно попасть. Вроде думаешь, что вот, уже. Уже, вот, ты попал. А нифига ты не попал. Ты только нанес себе же урон. Сейчас посмотрим, что у нас еще в инвентаре есть. Восстановит большое количество. Смола. Да, нихера и нету. А это плохо. Это очень плохо. Но осталось-то немного, я не знаю. Я не думаю, что он нас, думаю, с одного удара вживую унесет. И мы сейчас только тратим души, блин, на него. Вот опять, а. Ай, друзья, думаю, это очень тяжелый бой. Очень тяжелый. Очень тяжелый бой. Ему ведь нужно нанести-то немного, да? Нет. А он постоянно прыгает. Вот как с таким бороться чудом? Так, попробуем. На удачу, да? Надо как-то момент такой, когда он... Ну, не такой момент, блин. Я боюсь к нему спускаться, он нас убьет с одного раза. А так не убьет, да? Ну, вот так... У нас не так много-то осталось. О, я понял. Когда замахивается, надо бить. О. Ну или нет. Ну или, наверное, вот. О. Ну, осталось не так много припасов. Я боюсь, что мы просто поддохнем. Раньше надо. О! Даже... Надо даже чуть позже скорее. Все равно. Либо когда он уже замахнулся. Да, когда уже замахнулся. Вот. Пошел процесс. Вот, друзья, это круто. Хватит, наверное, да, 10. Хотя вряд ли 10, у нас еще болты есть, которые дорогие. 20. Сложно сказать. Блин, а, 9. Осталось, не хватит. Не хватит. Ну, пойдем в рукопашку, если не хватит. У нас еще вроде болты есть. Вот сейчас промазали. Черт, да, слишком рано.
Давай, друг. 6. 6, 6, 6 штук. А-а-а, черт! Напряг, напряг. Ну, мы знаем, по крайней мере, как убить. Нужно очень много стрел. 3. Черт, 3. Жена, это у нас там 5 болтов вроде других. Может, хватит. Вроде вообще понты остались. Там вроде стрелы-то боевые какие-то. Ага. 8. 8, мать его, болтов осталось. Так, я стоял вот на этой ступеньке. Он замахивается вот так. Да, 25. Блин, мы на него всю траву извели. И так даже не попали. Подожди, это надо момент тут. Вот, давай еще раз, друг. Друг, кидай еще. Да. Есть. Рок-н-ролл. Осталось 3. Воскрешение. Соберите больше душ. Tower Knight трофей. Ну все, друзья, это победа. Это круто. Это я очень рад. Сейчас даже душу это возьмем. А, это обелиск. Нет, зачем? Болты. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы на этом завершим данную серию. В следующей серии продолжим. Все было очень круто, я считаю. Мы сейчас даже вернемся к обелиску. И коснемся его. Чтобы вернуться в...